Друзья, всех приветствую, поздравляю с праздником 9 мая, с Днем Победы. Я думаю, что на просторах СНГ нет семьи, которую так или иначе, впрямую или косвенно, не коснулись бы эти события. Да? Поэтому, друзья, всем здоровья, успехов, процветания и, главное, мирного неба над головой. С праздником! Ну а я хочу просто немного показать последние два дня. То есть видео последнее, которое на канале было, оно там конца недели касается, да, четверг-пятница, насколько я помню. Понедельника, вторника не было. И просто пробегусь по этим дням. На самом деле никаких выдающихся моментов в эти дни не было. Кроме того, ну, они такие были в плане торговли для меня рваные, потому что я не мог постоянно сидеть у монитора. Нужно было все время там дергаться, куда-то отвлекаться, отъезжать и так далее. Что-то пытался там через телефон смотреть, но это, конечно, все такое. Вот, поэтому где-то были косяки приличные, где-то были недомоменты. Вот сейчас быстренько разберем, много времени у вас не отниму. Итак, понедельник. Да, вот у нас он понедельник. То есть вот у нас, вот это мы как раз закончили, четверг-пятница, да, обсуждать в прошлом видео. Вот у нас клиринг прошел вот здесь вот, да, на этих отметках. Начался новый торговый день. И, собственно, вот что мы здесь видим. Ну и посмотрим более так предметно и детально. Так, это что прилипло тут? Значит, какие были мысли и идеи? Ну, идеи были от лонга что-то куснуть, потому что лонги, да, вот, и там где-то хотя бы что-то их посмотреть. Вот с утра видел вот такой момент, тут вот уровень такой локальный был нарисован, да, причем видите, как сказать, интересно тут тоже они, вроде лыжничок, и вот здесь надо было входить, да, вот здесь можно там. Ну и, я не знаю, диапазон есть, там забрать здесь 70%, 50%, то есть, я не знаю, да, это уже как бы каждый сам решает. Вот, но меня здесь еще не было. И здесь момент такой, здесь много тоже рассчитывать было нельзя, потому что мы вот сюда не достали. Видите, вот здесь мы не дошли. Поэтому я когда, где-то вот здесь мы касание было, и вот мы здесь вот находились в этой зоне, я когда добрался до терминала, ну и я, собственно, понимал, что вот картинку какую я ждал, что ложняк ложняка, да, вот, тема такая, ложняк ложняка, вот, ну то есть есть вот этот уровень локальный, от которого мы показали вот это движение, красивое такое, да, и ложный пробой вот этой вот штуки. Опять же, здесь мы уперлись вот в этот уровень, да, который, видите, мы как проходили его снизу, а потом резко постучали с него, а потом резко прошли. И вот здесь вот касания вот эти вот были. Вот здесь, наверное, нужно было заходить, по идее, но как бы я очковал здесь. Ну, фиг его знает. А вот когда уже нарисовали такую V-образную штукенцию, да, и как-то оно даже вот ближе сюда, вот это основание, вот это вот, да, вот оно здесь коснулось как бы, да. Хотя, конечно, уровень, вот он здесь вот. И по идее, если лимитом ходить, нужно было ходить вот здесь, наверное. Но я вот расценил так, как я расценил. То есть я увидел, что вот этот уровень подтвержден касанием, и здесь такой вырисовывается V-образный такой лыжничок. Вот, да, на мой взгляд, который самый такой надежный. И мы уперлись в уровень хвостом этого лыжника, и я вот здесь вот встал в лонг, но многого я здесь не ждал. Вообще многого здесь не ждал. Локальные очень уровни. Поэтому, ну, так вот куснул, чтобы наверняка, да, вот где-то здесь. Примерно, да. Вот. И все. А дальше вот здесь мы перехаили, и, ну, откаты я ждал хотя бы вот на уровень этого, да. Ну, там тоже, опять же, кто знает. А может, еще и выше продернем. Но откусил здесь чуть-чуть. Вот, дальше уже вот здесь, видите, то есть мы когда вот здесь вот уперлись, оттестили, и вроде как выше собрались идти, и я в лонги встал. Вот, но здесь перевернулся, что-то мне показалось. В общем, начало мне там мерещиться всякое, короче говоря, я там крутился. Здесь сначала стопа взял минус 7, потом вроде как, думаю, сейчас ниже пройдем, вот куда-то вот сюда. Вот как вот видите, мы здесь потом нарисовали, да, вот.
думал ниже. Здесь вот, видите, перевернулся шорт. Вроде не пошли, резко стали выходить сюда. Видите, одной свечкой такой пошли, да? Вот, перевернулся, и уже цель была, ну, перехай вот этот вот, да, где я и, собственно, и вышел прямо на нем. Вот, оставил часть, думаю, может, еще повыше поднимемся, тик, там, 10-15. Но нет, дали БУ. Здесь вот этот момент я пропустил, меня не было. Когда пришел, увидел вот такую картинку. Смотрите, вот здесь тоже интересный момент. Но вот сидеть не мог, вот то, что как бы пришел, ушел, ушел, пришел. Здесь вот такое, видите, основание красивое есть. Вот этой штуки. Ну, вроде как уровень вот здесь есть, да, в который мы стучались. И прямо на уровне вот это основание. И к этому уровню вот, вот эта вот штука так смотрится ложником. И какое-то движение, по крайней мере, вот, ну, диапазон отработать здесь вполне, да. А, но надо же не забывать о том, что вообще картинка-то в целом была лонговая сама по себе, то есть, да. И где-то вот здесь вот можно было встать. Но это я пропустил все, и вот, вот здесь уже вот это основание. То есть, да, когда мы пройти не смогли и стали отжиматься, я вот здесь вот увидел эту ситуацию и вскочил. А цель у меня была вот на этом уровне. Вот на этом уровне. То есть, ну там на тик может быть лучше. Вот здесь вот не достали меня, видите. А сидеть я не сидел, не смотрел, то есть, за всем этим. Поэтому там стоп как открылся АТМ-кой, так он и сработал. Вот. Ну, что ж, обидно, конечно, было. Тем более, что мы сюда заходили еще раз, да, видите, вот после этого выхода еще попытка спуститься, то есть вот здесь вот бы можно было выйти. Но я говорю, я вот, ну, не смотрел, не следил за этим. А вот здесь уже, да, мне показалось, что сейчас будет пробой, вынос наверх, потому что, ну, лонги же, да, и вот тут, когда меня закрыли, я оказался вот прямо вот здесь, то, что называется, да, за компом. Я прям сразу же тут же и лонганул. И вроде как вот она попытка пошла, да, пошли вроде бы наверх, вот, показали нам это, намерение свое, и тормоза включили, да, никакого развития не получило. Локальный уровень вот здесь вот нарисовался такой. И мы вроде как, вот, да, пошли, и по тормозам врубились. И я здесь не стал ничего ждать, никаких стопов. Почему? Потому что, во-первых, ну, очень высоко это все для лонгов, конечно, да, такая, как она бывает, срабатывает, но очень редко и очень стрёмно. Поэтому, ну, минус 3 здесь я взял и, ну, признал просто этот стопик маленький, да. Тоже думаю, или копить будем дальше, или сейчас ниже проход какой-то будет. В общем, вышел, смотрю, ничего не происходит, то есть нет попытки отжаться наверх и так далее. И вот здесь вот, прямо когда начали вот входить вот в эту проторговку, я в шорт встал. Встал в шорт и забрал там вот 30 и 40 тик еще, да, ну как раз вот эта нижняя граница. Опять же, здесь просто вышел по первой цели, потому что, ну, а как они это нарисуют, кто его знает, да? Непонятно. Вот, то есть могут же и сюда сходить куда-то на это основание, да, а потом еще вот тут болтаться. Поэтому забрал вот здесь вот. Ну и здесь, думаю, опять же не достанут, как вот в этой сделке, например, у меня было, да. Вот, поэтому, ну ладно, думаю, взял там и забрал, там почти весь диапазон отработал и хорошо. А дальше здесь вот пытался лонговать от этого уровня 69.97, но рановато, конечно, рановато. С другой стороны, время уже такое было, что там, ну я не знаю вообще, можно было уже и у меня там прилично было и по профиту уже все, вот какого там я не знаю, в общем. То есть вот здесь вот рано здесь, конечно, было, да. Рано было здесь вставать. И опять же, сидеть я не мог, где-то какими-то делами занимался. В общем, полный стоп, который в АТМ-ке открылся, оно дало. Причем, по-моему, еще с каким-то там проскальзыванием. Тика на 3-4, наверное. Вот.
Ну и, собственно, наверное, все, да, в этот день. В итоге понедельник я закрыл что-то с результатом что-то в 700 или 760 долларов. Ну, что-то такое. В итоге плюс, да. Вот этот вот сильно меня очень подкачал этот стоп. А так там больше двушника было вообще. Вот. Ну и вот, собственно, вчерашний день то же самое. Понедельник мы закрываемся лонги, да, лонгово. И, конечно, каких-то лонгов я ждал. Поэтому тут вот, смотрите, они нарисовали такой вот интересный уровень. Вот он, да? Видите? Диапазон. Вот здесь как бы уровень есть, да? Внизу. Вот. Ну и это утро было все, поэтому как бы что. Здесь, конечно, надо было, наверное, полностью выходить, по идее, потому что... Ну, вряд ли мы прямо с утра улетим. Все это, конечно, на Америке, скорее всего, будет развиваться, да? Поэтому... Я и забрал, видите, здесь полностью. Ну, сразу, так сказать, вышел всем. Всем сайзом я вышел. Ничего не оставлял на продолжение. Вот он, получается, диапазон. Вот он, получается, диапазон. Вот это вот ложняк к нему. Вот, причем такой... Сложно V-образный, скажем так, да? Вот он. Такой. Кривой немного. И когда вот сюда пробиваться стали, наверх, вот здесь я зашел. Ну, стоп, не знаю, там или по ТМ-ке он открывался, или я сдвинул его потом сюда, уже даже не помню. Но суть в том, что как бы выход на перехай дневном, да? То есть у нас же, вот он, клиринг здесь. Вот он был, да? Линию вот эту видим же. И вот он уже хай дня был. Вот, поэтому на перехай дневном здесь я вышел. И видите, как мы отъехали. Вот, но поскольку, опять же, еще раз повторяю, я был за лонги, вообще лонги, то, конечно, как бы искал возможность от лонга везде. От лонга. И, ну, решил, что вот ложняк ложняка, да? Ложняк ложняка, то есть то, что мы очень любим это делать. Ложняк ложняка, вот здесь. Но не знаю, вот что здесь вот у меня, я говорю, помутнение рассудка бывает, да, какое-то. Во-первых, встал в начале лимитом даже я здесь, да. Вот, первый подход. Что-то какие-то очень короткие стопы здесь забирал. Зачем, я не знаю. Тут хотя бы 10, 20, 30, ну то есть стоп по АТМ, он как раз... был за логику, да, этого входа. И все здесь помещалось, то есть зачем, вот мне трудно объяснить, да. Но в итоге вот там какие-то мелкие потери, там по 2-3 тика, несколько стопиков было, потом в итоге все-таки нашел как-то себе не то что мужество, а дисциплину какую-то, да, встать вот здесь. И вот тридцатку забрал, но еще оставил там, потому что, ну, был уверен, что лонг. Ну, как бы уверен, не уверен, да, тут трудно сказать. И... Значит, уверен. Но я был за лонги, то есть я их видел. Вот здесь меня последним контрактом отстопило. Я, конечно, не ожидал такого глубокой такой коррекции, понимаете? Она очень глубокая была вчера. Вот, ну, то есть там еще, там, ну, половину предыдущего роста, да, ну, как бы, я согласен. Но... такую глубокий такой корректоз, конечно, неожиданностью был для меня. Поэтому здесь вот я бы уже был уверен, что, ну, точно лонг. То есть мы все сделали. Ложняк ложняка, то есть, как бы, да, вот объемчик здесь, вот видите, он повышенный прошел. Время 12. Ну, думаю, пойдем, а Америка там, ну, может быть, даст какое-то движение потом в обратку. Но до Америки-то еще можно было забрать там сколько, да. Но по факту видите, как все сделали совсем по-другому. И здесь вот уже, я заходил-то хорошо, вход-то хороший здесь, вот, и на Америке уже, ну, что-то так стрёмно уже вот мне было, очково, короче говоря, да, по идее вот тут встать и подержать,
Уровень, видите, у меня он отмечен, вот, и вот уровень отмечен, где мы уперлись тут, да, выкинулись наверх, и вот я здесь встал, как раз еще, и вот, вот локальный уровень здесь, да, ну, в общем, ну, и забрал там 31 тик я забрал, видите, как получилось выйти прямо на самом пике, ну, и здесь забрал второе, опять же говорю, потому что вот эти нервные движения туда-сюда, ну, вот, и видите, здесь, то есть, если бы вот я здесь сидел, то, ну, сидеть-то куда, логика где? Ну, высоко получается. Высоко получается, да? Смотрите. То есть, грубо говоря, это же вот, правильно. Поэтому, если здесь зашел, то, ну, вот сюда надо сидеть. И это, видите, это произошло там в районе 19.30, а цель отработалась 22.30 где-то примерно. При том, что там было две попытки вот здесь вот, да, вернуться. Ну, конечно, не на точку входа, но тем не менее. Поэтому как-то не знаю. Ну, в общем, там что-то чуть больше тысячи получилось по вчерашнему дню. Ну, сами видите, то есть сделки такие, ребята, торговля, конечно, такая. Вот здесь вот борода полная. Так-то оно вроде бы ничего в целом. Но вот здесь вот, конечно, полная борода. То есть, да, я вот как бы корю себя за вот эти вещи. Но нельзя такого делать. Есть вход. Входишь, все, зашел. Значит, либо там куснул и выбежал, либо уже цели свои какие-то жди. Либо стоп. Так что вот не все так чисто, не все так гладко. Но сегодня, не знаю, ребят, сегодня вроде как картинка вообще сценарий лонговый. Вообще сценарий идет лонговый. И вчерашний поход вниз, он не отменяет лонгов. Это просто глубокий корректоз был, очень глубокий. То есть он может быть не глубокий, может быть примерно там побольше наполовину движения. А это, ну, глубокая коррекция была к движению лонговому, но сценарий сохраняется. Конечно, от шарта что-то можно будет брать, вот, и мы тут сейчас посмотрим, вот как раз на этих отметках, может быть, что-то будет вырисовываться, так сказать, да, мы посмотрим, увидим, но не растянешь уже больше, не хватает минутки, в общем, надо на других фреймах смотреть, где там уровень, ну вот у меня уровень отмечен 70-85, видите, или 84. Вот. Здесь на минутке не видно ничего, понимаете? Но видите реакция какая на этот уровень? То есть уровень, значит, выбран правильно, да? Он там со старшего фрейма взят. 84. Ну да. И реакция, видите, какая, да? Подход сюда и бамс от этого уровня и наверха. А вот тут дальше непонятно, то есть что будет. Мы либо еще выше пойдем, либо какой-то будет откат отсюда, причем, ну, не знаю, может быть, даже на лои дневные. Вот, сходим. Вчерашний день, конечно, вообще, да, просто. Вот, и тут вот интересно же было, смотрите, можно было бы с утра-то... С утра можно было забрать, но я спал. Не видел этого всего. Хорошая картинка такая достаточно. Смотрите, набиваем уровень вот этот вот, да. Смотрите, как мы. Смотрите, как хорошо, красиво. Диапазон. 50% диапазона, 70% диапазона. Но с учетом того, что лонги, да, то. Можно было ждать и выше. Ждать и выше 70-40, вот район как раз вот 70-40, ну, да, вот здесь мы, конечно, ложняком здесь не достали мы, но это возврат уже, вот диапазон этот обозначенный, здесь можно было зайти, стоп такой небольшой был вообще, ну, то есть по Вовиной системе вход есть здесь, да, можно было короткий тейк забрать в рамках диапазона, и там, если бы я входил здесь, то я тоже здесь зашел, можно было посидеть со своими целями. Там, по крайней мере, первая цель в 30 тик, здесь она очень хорошо вырисовывалась. До вот этой цели.
70-84, то есть вот, да, вот здесь. Если зашел вот здесь, вот, то посидеть вот до этого уровня можно было. А это мало не мало, ну, грубо говоря, 52-62-72-8, ну, 30 тик, больше даже. 35-37, наверное. Вот такие вот, ребят, дела. Ну, здесь сейчас тоже, видите, что мы рисуем? Непонятно, да? То есть, во что это может вылиться? Это может вылиться в ложняк такой. Уровень есть. Ложняк. Так. Уровень. И к этому уровню есть обозначенный диапазон. Где-то там слева, да, вот. Поэтому вполне можем здесь болтаться и даже набить что-то здесь еще, я не знаю, то есть как бы, да, можем даже вот так сделать. Вот, да. Можем? Почему нет? Можем. Поэтому, ну не знаю, надо смотреть, наблюдать. Никаких гарантий нет, как бы, я не знаю, всех этих анал-итигов я не перевариваю, так сказать, и не верю им, а верю только цене. Поэтому есть какие-то уровни, моменты, которые ты понимаешь, как это может быть на этом уровне. И, соответственно, ну, будем ждать какую-то картинку, да? Будем ждать какую-то картинку. Всех еще раз с праздником, желаю приятных выходных, отметить хорошо этот светлый день в истории нашей страны, наших стран теперь уже, да. Вот, так что всем благ, всех, друзья, всем добра, успеха, будьте здоровы, подписываемся на канал, ставим лайки, всем удачи, пока!